Чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов «Обилимпикс» состоится в Тюменской области. В этом году в нем примут участие 244 человека. Соревнования пройдут с 28 по 31 мая в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске и Ишиме по 48 компетенциям. В этот раз организаторы добавили несколько направлений. Среди них веб-разработка, программирование, обработка цифровой информации, малярное и косторезное дело, электропривод и автоматика. На чемпионате выступят школьники от 14 лет, студенты, выпускники колледжей и техникумов региона. Оценивать достигнутые результаты будут более 200 экспертов. В программе мероприятия также проведение мастер-классов, экскурсий для школьников и ярмарка трудоустройства.